Речечка. Я такой симпотный переплыл на тот берег и обратно. Тут под этим берегом глубоко, но вот если где песочек заходить, там нормально. Дно под тем берегом, дно пологое. Ну, где кувшинки, там уже по колено у берега. Вода просто молоко парно. У нас в Амуре пожестче, она похолоднее и пожестче. Само ощущение от воды другое абсолютно. Мягкая такая, как перина. Держит, прям несет нежно. Ну, в общем, что говорить. Намоленное место есть намоленное место. Поэтому спасибо этому месту. Ощущение, как скинул себя, не знаю. Что-то такое тяжелое-притяжелое. Охота прыгать, летать прям. Все. Тема закончена. Видосов, наверное, вот теперь-то точно. Можно в город к делам житейским возвращаться. С делами духовными закончили, с кармическими, с родовыми там всякими. А Клязьма вон там на слиянии. Ну, можно дальше, конечно, по тропе пройти, ну, в принципе. Для первого раза достаточно. Может, когда-нибудь сюда еще попаду. Бог даст. Там. Обуваться и обратно.